Здравствуйте, товарищи. Представляю вашему вниманию гитару Fender Stratocaster. Сразу все крутилочки проверяем, так как это предпродажный обзор. В конце вас ждет потрясающий трек, записанный на этой гитаре. А сейчас поиграем просто на чистом звуке, переключая датчики. Послушаем, как она звучит. Когда мы используем рычаг тремоло, гитара всегда расстраивается. Это особенность самой системы тремоло, в отличие от того же Floyd Rose. Сейчас поиграю просто с этим звуком. Послушайте, как резонирует корпус гитары и ее гриф. Поднесу поближе гитару к камере, чтобы можно было рассмотреть состояние корпуса гитары, грифа и электроники. Ну а далее будет обещанный трек, записанный с помощью программы Reaper, процессора гитарного Black Box и барабанного модуля Adaptive Drums.